Посмотрим, чем будем заниматься в воскресенье. Два. Пойду в кино. Кубик, можно сказать, вершитель судеб. Решает, чем студентам заняться в воскресенье. Есть 6 позиций. Поход в кино, на лыжах, уборка дома, приготовление пирога, встреча с друзьями и чтение книг. Отдать свой единственный выходной в руки фортуны – решение не случайное. Так ребята хотят присоединиться к Международному дню без интернета. Мне показалась эта акция очень интересна в плане того, что мы меньше времени уделяем на живое общение. Дети все чаще становятся зависимы от интернета, и это крайне плохо. Мне попался поход в кино, я чему очень рада. Я обязательно схожу в кино, буду проводить время с друзьями, и я получу максимальное удовольствие от этого дня. Мне попала уборка в доме. Уборку в доме я, конечно же, провожу каждый день, но в этот день я уберусь тщательнее. А почему решила принять участие в акции? Ну, меня это заинтересовало. Все-таки каждый день с телефоном тут такая, типа, ну, интересно же. Данная акция впервые проводится в Нижнекамске. Мы призываем нижнекамцев присоединиться к данной акции и свое свободное время посвятить своему любимому делу. Присоединиться предложили всем нижнекамцам в этом году. День без интернета выпал на 27 число, воскресенье. Задача – напомнить людям, что и в реальной жизни есть настоящие друзья и общение. В нашем городе акцию назвали «Нижнекамск лайкни реальность». Свое сердечко студенты уже поставили. Нижнекамск лайкни реальность! Алсу Арсланова, Евгений Лазаев, новости НТР.